Канал Компас Инвестиций 2.0. Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. Бодрого заработка! Мои любители легкой наживы, да и причем без вложений. Сегодня мы будем зарабатывать без вложений. Ребят, этот способ подойдет тем, у кого есть много времени, но нет денег. Студентам, бабушкам, дедушкам, в общем, тем, кто не претендует на большие деньги за большой срок. То есть небольшие деньги уже сейчас можно пощупать, ощутить те звонкие пиастры в своем кошельке, ну и потом уже понять, как работает вообще интернет-бизнес, если вы опасаетесь вкладывать реальные деньги. То есть вынули пару копеек, увидели, что реальные деньги можно вывести в интернете, а потом уже переходите к реальным способам, о которых пойдет речь на моем канале Компас Инвестиций. Поэтому обязательно подпишитесь, потому что здесь будет много обучающих видеоуроков. Итак, начнем мы, пожалуй, сегодня с одного сайта. Сегодня будет целых два сайта, на которые можно заработать без вложений. Итак, первый сайт называется RubSurf. Ссылочка на него будет в описании. Для того, чтобы здесь зарегистрироваться, достаточно таки интерфейс не очень понятный, так как я сначала не понял, где же находится форма регистрации. Она находится вот здесь. Нажимаем регистрация, вводим логин, пароль, повторяем пароль, вводим почтовый ящик свой, желательно вводить Gmail. По старой привычке всех тех, кто занимается в интернете заработком, нужно вводить именно гугловскую почту, так как без